Всем привет! Сегодня мое недельное видео о планах по раскрашиванию и о результатах за прошлую неделю. И начнем мы вот с этой вот иллюстрации. Это иллюстрация из раскраски от Jade Summer, скандинавская мифология. И выбрала я ее для раскрашивания по челленджу от Сэмми. И задание было раскрасить иллюстрацию полностью пастелью, сухой, карандашами пастельными или масляной пастелью. Почему выбрала эту иллюстрацию? Раз она мне показалась, ну, будет такой легкой. Два, она у меня в распечатке, бумага более такая фактурная. Я думала, для пастели как раз она больше подойдет, потому что во многих раскрасках пастель, ну, отвратительно ложится, честно говоря. Плюс полностью иллюстрацию я никогда не раскрашивала пастелью, поэтому вот думаю, полегче что-нибудь выберу с более крупными деталями. Ну и как вы видите, вот такой у меня получился товарищ Сурип или Сурир, не уверена в его имени, пробовала прогуглить, ну, ничего не выдал мне Google. Ну, какой-то скандинавский бог, наверное, связан с вулканами, может быть, с подземным царством каким-то, вот. И что могу сказать? Вообще-то было интересно работать с пастельными карандашами. Я нахожу, что карандашами работать проще, чем мелками. Особенно вот когда нужно детали раскрашивать, мелки, они больше для фона как-то подходят. И получилось у меня вот все равно довольно все ярко и как-то так даже драматично. Здесь, конечно, пейзаж такой довольно угрюмый, коричневые такие какие-то серые цвета. Поэтому же я постаралась, что хотя бы сам вот этот бог был поярче и как-то выделялся. И сделала я его таким вот рыжеволосым. Такая борода и грива у него рыжая, ну и чуть-чуть он покрыт рыжими волосами. Вот. Было интересно попробовать, но, конечно, я постоянно вот забывала, вот так рукой проведу, все здесь, здесь поразмазываю. Пыталась листиком прикрывать вот это все, чтобы не размазывать, но все равно постоянно это со мной происходило. И после окончания работы пришлось, конечно, основательно чистить стол, потому что все вот это крошки, пыли-то от пастели повсюду прям были. Но, тем не менее, я не жалею, интересный опыт, и, возможно, даже буду иногда пробовать вот раскрашивать пастельными карандашами какие-то другие иллюстрации в распечатке, потому что, ну, все-таки какой-то интересный опыт. Можно будет продолжить. Так, и в выполнении этого челленджа присоединились ко мне другие девочки. Значит, первый вид за работу — это от Ирины Фаренюк. Она раскрасила вот такого кота масляной пастелью. Это из раскраски «Плоский мир». Три Пратчета. Следующая иллюстрация — это от Натальи Дегтяревой. Она раскрашивала тоже впервые пастелью, и она использовала мелки. Вот такая у нее получилась работа. Следующая работа от Марии, Mary Coloring. Она тоже использовала сухую пастель и кое-где разрешалась дорабатывать белым черным карандашом обычным. Вот такой у нее пушистый черный кот получился. Очень симпатичный. И четвертая работа — это не по челленджу, а скорее как совместное раскрашивание. Это Рита присоединилась с раскрашиванием точно такого вот скандинавского бога из этой же раскраски. Она тоже использовала пастель, но еще прошлась поверху кое-где карандашами разными. И вот такая у нее работа получилась. Ну, как вы видите, тоже отличается от моей. Он у нее в набедренной повязке. У меня вот в тунике он. Вот такие интересные работы у нас получились на этот челлендж. Все, кто хочет присоединяться в процессе с какой-то работой, буду рада
когда будем выполнять следующее задание. Так, ну перейдем к следующей работе. Это был мой хвост за прошлую неделю. Дракончик из раскраски Королевства драконов. Раскрашиваю я, ну, как бы вместе с Мариной из канала Water Snake 07 Coloring. Она просто для себя решила, она будет в апреле раскрашивать драконов. Ну, я решила присоединиться. Вот, и раскрасила такого дракона. Иллюстрация довольно простая, да, вот. Бумага, вот, правда, мне не очень понравилась. Как-то вот даже карандаши, вот они прям проступают на другую сторону. Вот, и слои очень плохо накладываются. Я пробовала здесь и призмами, и полихромосами. Ну, на мой взгляд, более твердые карандаши лучше ложатся. Полихромосы мне пришлось размывать растворителем для карандашей, потому что иначе было, ну, совсем все пятнисто. Вот. И также здесь использовала гелевую ручку с блестками вот для его рожек, вот этой вот хребта. И белые гелевые ручки, вот как бы хрустальность цветам придать. Покажу немного поближе вам. Вот такой он получился. «Голубая луна». Я назвала эту картину. И также присоединились ко мне в раскрашивании дракончиков. Опять же, Ирина Фаренюк. Вот такой у нее дракон получился. Это из раскраски Кристин Кэрон Characters. И еще один дракончик, это от Анастасии, и раскраска Ави, чернильная бабочка. Вот такие интересные работы. Спасибо, девочки. Следующая работа. Я ее делала по игре Дитера Хатинга, 100 раскрасок. Первое задание — это самые светлые мысли. Нужно было раскрасить какой-то светлый образ, выбрать. И выбрала я иллюстрации из раскраски Myth и Magic от Kinuka Craft. Это ангел. Вот такой вот он у меня получился. На удивление, очень быстро работа раскрасилась, и действительно получила я удовольствие, и довольно как получилось, хотя вроде бы совсем простая работа. Это у меня ангел, несущий свет добра. Вот такая у меня интерпретация. Вот здесь внизу было нарисовано, ну, как бы вот небольшой пейзажик, потом вот здесь вот какая-то такая вот каемочка. Не очень мне понятно было, поэтому вот для меня это вот земля, которая раньше была без добра, поэтому все было очень мрачно и темно. И вот спустился однажды ангел с небес, принес добро, и вот эта пелена, она начинает спадать. Вот. Здесь для фона я использовала, давно про них забыла, водорастворимые гелевые мелки. Вот, вот такие вот у меня есть. По-моему, бренд Amos. И очень быстро так вот фон раскрасился, ими разбавляла водой я эти мелки в два слоя наложила, и, как видите, довольно ярко получилось. Ну, понятно, белая гелевая ручка для всех этих звезд, маркеры и карандаши для ангела, для крыльев и одежды. И вот уже когда я, в принципе, все раскрасила и смотрю потом, вот черные линии, вот эти все, ну, как-то не вязались они с воздушностью ангела, да, с его вот легкой такой одеждой. И еще полдня я потратила, закрашивая все эти черные линии и на крыльях. Потом на крыльях я еще прошла с инктенсом по вот этим вот закрашенным черным линиям. Ну и в результате я теперь довольна, как выглядит вот как раз вот такой воздушный светлый ангел. Очень-очень я насладилась, работая над этой картинкой. И очень быстро и легко она мне раскрасилась. Я довольна. Вот. И присоединилась
ко мне еще Ирина Фаренюк. Она раскрасила, правда, другого ангела. Это ангел из раскраски Momo Girl. Вот можете видеть ее работу. И на удивление в этом месяце я раскрасила даже еще одно месяце. На этой неделе раскрасила еще одну иллюстрацию, которая не была у меня запланирована. Ну и тоже это благодаря игре 100 раскрасок. Выпало задание, значит, выбрать третью раскраску справа, там на второй полке снизу. Я еще подумала, ну если попадет сложная раскраска, то не буду раскрашивать, потому что, ну, времени не будет. Ну вот на удивление выпала вот эта раскраска Color Mask Sketchbook Mythic Bennett Klein. В ней есть несколько мантел у меня не раскрашенных. И думаю, ха, ну это я вполне успею раскрасить, поэтому я и выполнила эту работу. Вот она. Здесь вот некоторые черные элементы уже были заданы в этой мандале. И я посмотрела, ну думаю, тема мифы, как бы, да, какие-то голубые, розовые, желтые цвета наверняка не подойдут. И я выбрала вот такие к черному три оттенка красного и золотистые. И вот все раскрасила. Мне понравилось, как получилось. Вот золотой он так хорошо. Это металлическая гелевая ручка от Сакуры. Хорошо так поблескивает именно металлический блеск. Вот. А потом же, когда раскрасила, здесь вот есть название всех иллюстраций. Я посмотрела, и это, оказывается, вампирский паттерн. Мне стало смешно, думаю, ну вот угадала я с оттенками красного, целых три использовала, да, вот подходит в тему вампирская. Вот. Ну вот такая получилась у меня продуктивная неделя. Довольна я своими результатами. Ну а теперь у планах на следующую неделю. На следующей неделе я буду довольно занята. Надо монтировать видео по марафону. Вот. Ну, плюс какие-то другие дела. Кстати, вот сидение в карантине, конечно, сказывается. Больше месяца никакого шопинга. И как-то, знаете, начинает какая-то тоска появляться. Все-таки женщине нужно периодически ходить, покупать что-то, какую-то мелочь хотя бы, что-то для себя. А тут вот, кроме продуктов, ничего не покупалось больше месяца уже. И пошла я на Etsy и купила целых 6 раскрасок в PDF-формате. Еще не успела распечатать их. Ну вот распечатаю, покажу вам тогда. Хотя вот буквально в марте получила я новые раскраски. И думала, ну, как минимум полгода я уже не буду интересоваться новыми раскрасками, ничего не куплю. И вот на тебе, прошел месяц, и вот как-то, да, как-то так получилось. Ну, интересные раскраски, мне очень они понравились, покажу потом, когда распечатаю. Вот, поэтому на предстоящую неделю планирую я всего одну работу, правда, это разворот. И это же по челленджу от Сэмми. Следующее задание – это раскрасить дом. Можно дом как здание раскрашивать или интерьер внутренний, квартирку какую-нибудь свой. Ну, не моя тема, не люблю я ни дома, ни интерьеры раскрашивать. Но из двух, как бы, дома все-таки, наверное, мне как-то более интересны. Плюс не реалистичный дом, а какой-нибудь сказочный. Поэтому выбрала иллюстрацию из Ханны Карлсон. Можно не удивляться, да, у нее такие сказочные домики. И плюс есть повод начать эту новую раскраску. Она у меня еще не начата. Это волшебная шкатулка, по-моему, в русском переводе, да. Вот. И вот такой я выбрала разворот. Домишки тут, они в таком немного сказочном стиле, да, их не обязательно реалистично раскрашивать. В принципе, как хочешь, так и раскрашивай. Вот, и разворотик, ну,
Думаю, что успею за неделю сделать. Опять же, кто хочет присоединиться именно с этой иллюстрацией, как совместное раскрашивание, присоединяйтесь, присылайте вашу работу тогда до воскресенья включительно. Ну или если вы хотите вместе со мной просто участвовать в челлендже, то можете любой другой домишко или интерьер тоже раскрасить и присылайте, посмотрим все вместе на разные работы. Ну вот тогда и все на сегодня. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. До следующего раза. Пока!